Принц Уильям растрогал фанатов королевской семьи, которые собрались в понедельник, 1 июля, возле Кенсингтонского дворца, чтобы отметить день рождения покойной принцессы Дианы. Леди Ди в этот день могло исполниться 58 лет. Около 7 часов вечера 37-летний принц неожиданно вышел за ворота дворца почти без охраны и лично поблагодарил людей за память о его матери. Как пишет Mirror, поклонники Дианы, которые дежурили у дворца с 5 часов утра, организовав там своего рода алтарь с фотографиями принцессы и цветами, были взволнованы до слез. Один из завсегдатаев этих ежегодных бдений спросил у Уильяма, когда будет установлен памятник его матери, и тот ответил, что очень скоро. Скоро, очень скоро. Мы просто хотим убедиться, что это будет правильно. Важно, чтобы это было понято правильно, сказал принц. Сообщается, что Уильям провел с группой из 6 человек около 7 минут, после чего удалился. Принцесса Диана, герцогиня Уэльская, погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Ранее 5TV.ru рассказывал, как супруга наследника британского престола принца Чарльза боролась со страхом перед папарацци.